Дорогие друзья, давайте мы начнем наше чаепитие. Я прошу всех занять места. У нас сегодня не так много народу, поэтому места должно всем хватить. Вот здесь вот есть свободное место. Давайте мы с вами помолимся. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.